Культурная экспедиция городского проекта «Русь-21» стартовала от молодежного центра «Гакон-35». 15 участников из Волги, Санкт-Петербурга, Москвы и даже Индии отправятся в исторический лагерь вблизи природного памятника Апоки. Подробности смотрите в материале Алены Закатаевой. Я беру камеру. Наверное, штучек 6 всяких разных объективов. То есть телевичок длинный, чтобы там дикую природу поснимать. Техническое оборудование, одежда, походные принадлежности – все, что может пригодиться во время экспедиции, взяли с собой участники проекта «Русь-21». Общий сбор прошел в молодежном центре «Горком-35». Именно оттуда ребята отправились в уже подготовленный лагерь, где творческие исследователи смогут на себе испытать особенности быта людей 9 века. Хотели, когда готовили экспедицию, чтобы участники не из каких-то лекций, наших рассказов узнавали об истории Вологодской области, а на собственной шкуре проживали различные ситуации, могли собственными руками спасти кольчугу, могли узнать, как раньше шили рубахи деревенские. Среди участников – фотографы, видеографы, художники, культурологи. Все они через творческий процесс должны познакомиться с историей и культурой Вологды и Вологодской области. Именно на это нацелен проект «Русь-21», организованный администрацией города Вологды, молодежным центром «Горком-35», историческим клубом «Исток» и творческим объединением «Тонна». Даня Пайлов – видеограф из Индии. Когда девушка узнала об этом проекте, сразу пожелала участвовать. Даня уже немного знает о том, чем славится наш край. И свое участие в проекте она сравнивает с кружевным плетением. Это как с кружевом. Кружево – это переплетение нитей. А здесь я вижу себя, встречаясь, общаясь с другими творческими людьми, как наши интересы могут переплестись с одной стороны, а с другой стороны творческий процесс. И вот что-то рождается, да, из переплетений. И также из фотографий, из каких-то видео тоже родится творческий продукт, мой творческий продукт. Пока участники проекта выбирают область своего творческого исследования, искать вдохновение не будут в живописной природе наших мест, в людях, культурных памятниках и, конечно, в общении с товарищами по экспедиции. Вдохновение, прежде всего, исходит, наверное, здесь два аспекта. Люди и место, да, люди. Понятно, что участники. Мне очень интересно именно то, что это мероприятие не для фотографов, а для людей разных профессий, да. Я надеюсь, что там будут этнографы, да, может быть, археологи или журналисты, пишущие. Впереди у участников 12 дней творческого исследования. Все они уверены, что узнают много нового и интересного. И, конечно, наберутся впечатлений и опыта. А с результатами своих исследований они обязательно познакомят вологжан с помощью выставок, статей и фильмов. Алена Закатаева, Максим Тышковец, Вологда Портал.